Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Имени трактор Шибаура P21F. Полноприводный тракторок с хорошей мощностью приехал к нам на продажу. Фреза в комплекте. С практически новыми ножами. Не на всех, даже красочка начала стираться. Та же самая ситуация у нас и с шинами. То есть шины здесь фактически идентичны новым. Сейчас. Фреза 1,50 м. Ножи прямо такие идеальные. Поэтому, в принципе, тракторочек готов сразу же работать без каких-либо проблем. Трехточное навесное устройство. Дополнительный гидроцилиндр. Серьга под фаркоп. Снизу ее там видно, я думаю. Все, в принципе, здесь в наличии. Ну, естественно, автозаглубление, датчик, все это также на месте. Шины по правой стороне идентичны левой стороне, то есть все близко к новому прямо. Естественно, шины японские, то есть это все пришло именно так. По самому состоянию, по сохранности трактор очень обрадовал, поэтому здесь, я думаю, все на обзоре сейчас будет на видео видно. По наработке. 1176 моточасов у него наработка. Но, тем не менее, как видим, родное сиденье, все это дело сохранилось, не растертое, не ворванное, ничего такого. Естественно, есть пульт управления навесным, есть здесь у нас отдельные пульты, то есть принудительно поднятие и опускание фрезы и наклон ее, гидронаклон влево-вправо. Так, остается запустить трактор, сейчас дабы дать послушать, как он работает. По запуску все как и обычно у нас здесь. Полностью выжатое сцепление. Свечи греются налево. При выжатом сцеплении, естественно, двигатель запускаем. И вот так вот он непосредственно запускается. По рычагам. Здесь, естественно, у нас под рулем коробка переключения передач. Раздатка слева от водителя. Здесь же вал отбора мощности. По правой стороне я уже показывал управление навесным устройством. Здесь, я думаю, опять же, все отлично. То есть никаких примесей в выхлопе. На газ двигатель реагирует просто моментально. Без каких-то замечаний. Поэтому вот такой тракторчик Шибаура. Поедем сейчас ставить его на место. И с удовольствием будем вас ждать в компании Прогресс Авто.